Новая просторная квартира с автономным отоплением в 5 минутах от работы. Около 30 квартир передадут областной отрасли здравоохранения уже в этом году. Речь идет о квартирах в новых строящихся домах в 4-м микрорайоне. С ходом строительства ознакомился Сергей Морозов. Жилье будет служебным, с последующим возможностью, чтобы это служебное жилье было переведено в категорию социального найма, а потом приватизировано. То есть, чтобы люди понимали, что вот они пришли, они должны определенный период времени отработать, и мы гарантируем, что это жилье потом окажется у них в собственности. Пока планируется приобрести в пределах 30 квартир. Такое количество в полном объеме закроет потребность областной больницы и онкологического центра. Жилье предназначено как для уже работающих в учреждениях врачах, так и для потенциальных кадров. Мы заложили отдельную строчку в нашем бюджете в объеме 5 миллионов рублей на 2020 год, на который может быть использован покупка служебных квартир. Сейчас рассматриваем заявки с учетом их первоочередности. Кроме того, существуют различные механизмы, другие, которые прорабатывает Минстрой. Мы работаем совместно. В целом же потребность отрасли здравоохранения в служебном жилье составляет 150 квартир. 80 из них в областном центре. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.